сцена, конечно, отвинтецкая, да? И когда мне говорят, что китайцы это ерунда, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вы попробуйте по наворотам кто-то сравниться с такими китайцами. Да это просто чудненько. Когда мне говорят, что цена машины, грубо говоря, 4190, но эта машина со скидкой к вам приедет, естественно. Вопрос задаю. Вопрос, конечно, не ко мне. Вау, насколько все это дело круто, да вы посмотрите внимательно. То есть камеры работают сбоку, я потом покажу, естественно, вообще твинта. Я поворачиваю направо и вижу то, ту часть, которая должна быть у меня в зоне невидимости зеркал. О! Это вообще твинта. А. Просто как бы мне сегодня рассказывают о чем-то, а я немножко другой вариант расскажу, то что вот этот вот лейбл, логотип, который здесь есть, это просто крутизна навороченная, да-да-да, все что есть красиво, ровно. И к слову о том, что она не включает, пока вы едете, музыку, потому что это запрещено законом. Нет. Остановитесь, пожалуйста, никаких проблем нет. Все, что есть. Сейчас едем на скорости 59 км в час. По городу быстрее, конечно, не нужно. А расход топлива, вот сегодняшний расход топлива сейчас он показывает, ну, как бы, ну, вообще копейки. То есть двигатель 1.5 литра, естественно, турбированный от Mitsubishi. Да, от Mitsubishi. Его хорошо раскачали, красиво, ровно. И он выдает 198, по-моему, кабул, да? 197 кабул. Клевая штука. То есть, итого машина вам обойдется примерно в 3700 рублей, что в принципе, это, как бы вам сказать, это машина из разряда двухкомнатная навороченная квартира. Может, не навороченная, не знаю, что сейчас творится. Естественно. Что здесь есть? Во-первых, мне очень нравится расположение кузова и расположение внутри салона. И вообще, когда мне сказали, что она шумит, ну, по шуму я бы не сказал, что это... Ну, как бы сказать, я ездил на многих машинах, они у меня есть, естественно. Ну, скажем так, шума здесь меньше, чем Nissan. Самое забавное, что здесь есть. Да, вот теперь будет вообще интересно. Конечно, все это с подушкой безопасности везде и всюду. Конечно, вы можете получить качество. Посмотрите, какой здесь люк. Вот это все, это чистый люк. Давайте все-таки определимся, что машина создана для удовольствия. А удовольствие это другая вещь. Удовольствие – это получение комфорта. Комфорт здесь да на высшем китайском уровне. Когда мне говорят про Китай, вы там не были. Я там был 3 раза, естественно. Не думайте, что я не был в Китае здорово. Был, конечно, в Китае. Но он шикарно развивается, просто красиво и ровно. Я, конечно, хотел бы себе Cherry Cross Air Star купить. Но, с другой стороны, как только мне выдадут денежки, я почему бы не такая машина? То есть 6 мест. Заднее сиденье сейчас сложено, финальное. То есть здесь получается, грубо говоря, вы едете в таких ситуационных комфортностях. А, во, у меня с русским языком сейчас будет вот так прыгать. Ну, конечно, конечно, конечно. Что же касается машины, спортинг яхт. Да, это настоящая яхта. Очень хорошая, красивая, изумительная яхта. Я вам честно скажу. Вот. К слову о том, что мне здесь нравится, так это то, что мне сейчас показаны на дисплее мои колеса, в каком они здесь состоянии. Естественно, не только состояние, то еще и давление в колесах, и самое главное, что еще и показывает температуру на каждом колесе. То есть, в принципе, ну, я не думаю, что здесь какие-то проблемы у нас возникают. Нет. Нет, нет, нет. Машина красивая, достойная, идеальная. В принципе, у нее есть и кредит, и лизинг. И, в принципе, если вы свою машину можете попробовать здесь продать, то продавайте. Вам 200 тысяч вниз уйдет сразу же. Вот. Где эта машина? На улице Ленина 95Б. Подразделение T-Motors, T-Motors Прага. Телефончик тоже есть, сейчас я вам даже расскажу его.
586-586, можете позвонить, не проблема. Даже если вы не будете в городе Магнитогорске, телефон города Магнитогорска 835-19, и даже набирайте дальше. Что же это за тема-то? Событие в том, что я бы, конечно, рекомендовал такие машины. Мы не будем говорить, что китайцы плохие. Нет, китайцы хороши. И не надо думать, что, как бы вам сказать, я это видел, грубо говоря, 10 лет назад. Именно 10 лет назад я в первый раз поехал в Китай. Они стали замечательными. Они и были замечательными. И самое забавное, что по комфорту и по количеству удовольствия я бы им поставил 5 баллов. Причем 100%. Вы думаете, что Мерседесы хороши? Ну, может быть, они хороши. Но Мерседес такого уровня — это немножко другая сумма. А эта машина красивая. Красивая, достаточная, изумительная, навороченная. Ну да, она денег стоит, но это вопрос не ко мне, к сожалению. Это вопрос уже не ко мне. А так, вот.